Автор проекта комплексной застройки Архангельской набережной сегодня представил северянам собственную выставку. Первыми работы петербургского архитектора, уроженца Онеги, увидели преподаватели и студенты САФО, а также наша Юлия Ершова. Он ищет новизну в традиции, перевоплощает историю в современность. Архитектор Михаил Мамошин родился в Онеге. Карьеру построил в Санкт-Петербурге, а теперь еще и в Архангельске. По его проекту преображается набережная Северной Двины. На открытии своей выставки в САФУ зодчий поделился, почему для него этот труд стал особенным. Искренняя геометрия, более ясная, освобожденная от многих, может быть, условностей в лучшем смысле этого слова, но она глубоко детерминирована геометрии архитектуры севера, геометрии природы севера. Это может быть и эстетика льда, это и камни на Киострове. В Поморье идеи мастера постепенно воплощаются в жизнь. Благодаря холдингу «Аквилон Инвест» проект комплексной застройки на берегу Северной Двины приобретает четкие очертания и уже получил несколько престижных российских и международных наград. Я думаю, что проекты неплохие, хоть и разные точки зрения по ним существуют, но тем не менее, сколько, значит, художников, архитекторов, столько и мнения. Для горожан, для нашего города, на самом деле, значит, это украшение. То, что сегодня происходит на набережной, для кого-то неоднозначно, для меня очень однозначно. Это очень хорошо. Большое градостроительное решение реализуется. Сегодня в САФУ Мамошин представил 25 своих работ. Часть проектов реализована, что-то еще предстоит возвести. Среди посетителей на открытии много студентов, тех, кто сам в будущем планирует преображать пространство вокруг. Мы учимся на строительном факультете, и поэтому как бы нас это по нашей профессии интересует. Это уникальное здание, форма здания, ну, выбрана интересная. Не похоже, как и все. Сразу после торжественного открытия выставки Михаил Мамошин провел мастер-класс для всех желающих. Сотрудничество архитектора с Архангельском не заканчивается. Студентов ждут новые лекции, а холдинг «Аквилон Инвест» продолжает строительство нового жилья по проектам Михаила Мамошина. Юлия Ершова, Александр Прилуцкий, «Вести Поморья».